У вас растет семья, а свободного пространства в квартире все меньше. Или вам надоело смотреть в привычный двор, а может, вы хотите все начать по-новому? Жилой комплекс «Степной» – это 7 девятиэтажных домов, созданных по передовым технологиям. Бесшумные лифты, детская площадка и парковка, современные квартиры по очень выгодным ценам. Жилой комплекс «Степной», когда жизнь становится теплой. 11 микрорайон, улица Шайкенова, 5, офис «Алтентау». В эфире «Город сегодня». Здравствуйте. 14 августа в поддержку пятимесячного Мадияра Дузбаева, больного лейкозом, пройдет благотворительный концерт, организованный объединением автолюбителей «Зела Актобе». Место встречи – жилгородской пляж. Ровно в 8 часов вечера здесь соберутся все те, кому не безразлична судьба маленького Мадияра. Собранные средства пойдут на лечение мальчика. У Мадияра врожденный острый лимфообластной лейкоз. Сейчас малыш проходит уже вторую химиотерапию в Астане. Ребенку требуется пересадка костного мозга. В нашей стране такие операции не делают. А чтобы прооперировать Мадияра в Германии, необходимо 250 тысяч евро. О том, что готовит актюбинцам Зелу, расскажет модератор Юрий Бирзул, который сегодня в гостях в нашей программе. Юра, приветствую. Здравствуйте. Сегодня в сборе помощи для Мадияра Дузбаева задействованы почти все городские активисты. Не остались в стороне и вы, зеловцы, как по-другому называют. Чем планируете сегодня удивить публику, как все это будет проходить? Сегодня, 14 августа в 22:00 на жилгородском пляже «Марлен» у нас состоится благотворительная вечеринка. Все собранные деньги пойдут на лечение Мадияра. Также мы решили провести конкурс, чтобы задействовать больше людей, молодежи. Решили провести конкурс с драйвом по жизни. То есть смысл конкурса заключается в том, чтобы человек сфотографировался возле машины, водитель, и фотографию сбрасывал нам в Инстаграм или ВКонтакт. Потом за человека голосуют. Сегодня заканчивается конкурс, и из 17 финалистов мы выберем самых лучших, которым вручим суперпризы. Юр, это не первая акция от Зела Актобе. И расскажите о других ваших мероприятиях, которые вы проводили с целью благотворительности. Да, мы ездили в Ясанский детский дом. Также мы проводили благотворительный день в 7-й школе для деток. Мы собирали подарки, призы, то есть чем могли, мы помогали деткам. Надеюсь, это наша не последняя акция. Будем и дальше развиваться, больше привлекать внимание для людей, чтобы больше людей задействовались в этом. Тяжело ли раскачать людей на маленькое доброе дело, на какое-то доброе действие? Нет, главное желание, чтобы было огромное желание сделать какие-то репосты в соцсетях, расклеить бумажки. И очень много народа, главное желание у человека, чтобы было. Можно сделать все, что хотите. Юра, спасибо большое, удачно провести мероприятие, ну и помочь больному малышу. Приглашаем вас. Поможем Мадияру победить болезнь. Сегодня в 8 часов вечера на жилгородском пляже «Марлин», городской open air. Цена вопроса – 500 тенге. Еще одна благотворительная акция состоялась сегодня в Центре социально-медицинской помощи детям с неврологическими заболеваниями «Жайна». Для ребят, посещающих центр, артисты драматического театра имени Таховой Ахтанова поставили музыкальный спектакль. Как отмечают педагоги, подобные постановки улучшают психоэмоциональный фон ребенка, развивают его речь, а также адаптируют ребенка-инвалида к жизни в обществе. О работе центра, его нуждах и проблемах подробнее расскажет Акмарал Майкузова. Смотрите информационную программу «Факт». На сегодня все. Генеральный партнер города сегодня – жилой комплекс «Степной». Это новые квартиры с удобной планировкой, собственно, парковкой, детской площадкой и автономным отоплением. Телефоны для справок 950-333, а также 960-333. Мы желаем вам, чтобы остаток лета вы провели в хорошем настроении и с крепким здоровьем.
У вас растет семья, а свободного пространства в квартире все меньше. Или вам надоело смотреть в привычный двор, а может, вы хотите все начать по-новому? Жилой комплекс «Степной» – это 7 девятиэтажных домов, созданных по передовым технологиям. Бесшумные лифты, детская площадка и парковка, современные квартиры по очень выгодным ценам. Жилой комплекс «Степной», когда жизнь становится теплой. 11-й микрорайон, улица Шайкенова, 5, офис «Алтентау».